Сегодня в Новой Усмани проходит торжественное открытие мемориального комплекса. Мемориал, посвященный жителям Новоусманского района, погибшим в локальных конфликтах. Особого внимания заслуживает размещенный здесь совсем недавно боевой самолет Су-24М, который символизирует боевую мощь российского оружия. В этом торжественном мероприятии принимают участие новоусманские юнармейцы. Открыл мероприятие глава Новой Усмани Дмитрий Маслов. Дальнейшим продолжением Аллеи Героев стал небольшой музей под открытым небом. И сегодняшний самый, наверное, яркий экспонат в нашем музее – это самолет Су-24М. И я искренне убежден, что создание такого музея послужит достойнейшему и очень важному делу воспитанию молодого поколения. Сегодня с нами и курсанты Академии Жуковского, взрослые люди, которые сделали осознанный свой выбор, и кадетский корпус здесь с нами. Сегодня наши юноармейцы с нами. Военные летчики поздравили всех присутствующих с 76-летием победы в Великой Отечественной войне прямо из кабины боевых самолетов.